Всем привет, друзья! Вы на канале Мишаня 2.0, я Папаня Мишаня, и хочу вам сказать интересную и такую довольно важную новость. АТБ запускает благотворительный проект Brighte, АТБ Market в сотрудничестве Life Animations и NTI Loyalty. При поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ запускает национальный благотворительный проект с технологией дополнительной реальности Brighte. Цель проекта является сбор денежных средств на создание первого всеукраинского реабилитационного центра «Несокрушимые». Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо совершить покупку в супермаркете сети. За каждые 99 гривен в чеке или за покупку товаров партнеров, покупатели получат фишку по акционной цене 2 гривни с украинским супергероем Брайт. Брайты – это герои, символизирующие украинцев, каждого отдельно в своем деле и всех вместе как непобедимую силу и нацию. Коллекция состоит из 32 фишек с уникальными героями. Друзья, для этого обзора мне компания Life Animations и NTI Loyalty прислали вот эти интересные экземпляры. Друзья, Мишаня выбрал 10 штук, которые мы сегодня сейчас прямо откроем и сразу поместим их, вот эти фишки, в альбом. Попробуем их тогда активировать и посмотрим, какие бойцы нам все же попались. Мишаня, здорово! Привет! Привет, давай! Будем вместе или ты сам будешь активировать? Давай, на камеру. Открываем. Осторожненько. Так, первая фишка. У нас, друзья, вот такая интересная фишка. Номер 16. Так, повторочки. Сейчас посмотрим, будет часто попадаться, либо нет. Так, в сторону откладываем. Смотрим. Так, тут все, что открыли, мы в сторону, чтобы не путаться. Открывается Мишаня. Так, давай. Так, Брайты. Кстати, вот с обратной стороны вот так выглядит. Легион с гербом Украины. Федотевна номер 22. Ну, вот такая Федотевна интересная. В таком исполнении. Открывай дальше, пока я говорю. Ты можешь, в принципе, спокойно открывать. И время, деньги. Не будем затягивать видос. Давай. Какая фишка. Так, новая фишка. Легион. И вот такая лапа медведя. Дальше, его зовут Бамбук номер 22, тоже вот такой герой. Все это дело сейчас будем распаковывать. Дальше, Легион ракета тут нарисована и Брейнштейн номер 25, вот такой интересный. Дальше, о, это у нас Легион с лапкой и это легендарная собака Патрон под номером 23. Лайк, друзья. И подписка. Крутые герои. Так, следующий. Ни одной пока повторочки. Это круто. Легион. И зовут его Байрактара. Номер 28. А, круто как. Так, еще осталось у нас 4 фишки. 4 фишки. И это снова Легион ракета. И это Стингер под номером 18. Чем-то он напоминает, друзья, да, Железного человека. Дальше. Повторочка. Друзья, повторочка. Я не знаю, можно ли их активировать, сканировать через камеру. И, в общем, еще одна повторочка нам попадается. Это Легион Байрактара номер 28. Две пока повторочки. И по самое последнее, 10-е, нам попался Легион. Вот так смотрится. Я бы сказал, это больше похоже на Украину. И зовут его Колося под номером 5. Редкостный. Вот этот у нас жетончик, вот эта фишка. Давайте распакуем эту книжку. Также вы можете купить в ВТБ. Друзья, это точно не реклама. Итак, что мы тут, друзья, видим? Мы видим вот такой альбом. Очень качественно он сделанный. Картон довольно качественный. Полиграфия отличная. Также вы можете, ребята, это все дело играть в онлайн, активировать вот эти героев в Apple Store, можете скачать прогу, и в Google Play. И вот как раз вот эти две компании, которые заинтересованы в развитии вот этого проекта и в поддержку украинских детей. Открываем, друзья, смотрите, что мы видим. И блестит, смотрите, просто отлично, смотрите, просто суперово, как это все смотрится идеально. И сюда будем вставлять фишки.
Ну что, друзья, давайте теперь активируем и посмотрим, что у нас тут, как они выглядят в самой 3D графике. Ну что, я открыл приложение, и себя я назвал Мишаня 2.0, и поехали активируем первого вот этого героя нашего. Поехали. Нажимаем, активируется у нас приложение для сканирования. Тут все у нас понятно, пример, как себя вести. Так, смотрите, я активировал своего персонажа. Смотрите, какой он красивый. Так, становись, да пылает огнем. И его зовут Валзи. Так, что он может делать? Фракция, Тереба, редкость, обычный. Дальше, смотрим. Итак, мы активируем, друзья. Появился у нас такой мишка грозный. Так, фракция Кьюты, редкость, обычный. Следующего героя давайте активируем. Есть Брайнштейн, фракция Терибы, редкость обычный. Вот так он себя ведет. Следующего героя активируем. Ну, наводись, пожалуйста. Есть, отлично. Роузи, фракция Кьюты, редкость редкий. Вот такая красивая у нас няшка. Дальше. Друзья, для того, чтобы приложение нормально работало, его нужно обновить. Сейчас как раз разработчики над этим стараются и работают. У меня есть последняя версия вот этого обновления. Как видите, вот так она интересно суперски смотрится. В старом приложении могу сказать, что активируются вот эти бойцы, которых вы видите, вот они есть, да? А лучше, скорее всего, будут обновляться в новом приложении, в обновленном, которое сейчас как раз и проверим. И мне кажется, довольно красочно, и все это четко, лучше, конечно, смотрится, и видно, что это какая-то версия, ну, обновленная. Давайте просканируем наших героев и посмотрим. Вот так загружается наше приложение для сканирования. Сейчас покажет, ох ты, да, тут, конечно, все по-другому. И хочу сказать, моментально она отсканировалась в новом приложении. И вот этот герой у нас так интересно смотрится. Можно ли его крутить? Нельзя. А, можно, смотрите, можно его еще обновить вот так, посмотреть, как он загружается. И это довольно топово, хайпово. Это у нас Легион, всесвитный, редкостный и обычный. Дальше, давайте откроем следующего бойца. Вот, Брайты, открывается, идеально работает приложение. Версия обновлена просто имба. Смотрите, Легион украинский и обычный. Так, такая бабушка какая-то злостная, которая будет просто орков уничтожать, там одной лапы, одной правой. Следующая фишка, смотрите, пошла у нас. Смих, его зовут Легион, украинский, и он обычный. Что он делает? Так, давайте посмотрим, как он возрождается. Возрождается, шарик запускается украинским флагом. Ну, довольно четко. Так, следующее, давайте еще. Вот как раз патрона я хотел обновить. И, ну, патрону обновляйся, давай, загружайся. Ну, навел. Все, патрончик есть, наконец, знаменитая собака, которая ищет бомбы, мины. Она у меня загрузилась. Зовут его Патрон, он зверин и он обычный. Еще раз посмотрим, как он активируется. Довольно хорошая, веселая собака. Если мы его возьмем на руки, активируется. Давайте активируем и посмотрим. Вот, смотрите, идеальный. Просто патрончик, просто имба. Мне кажется, вот так с руки довольно лучше и четче это все дело пока. А давайте вот эту, так скажем, украиночку активируем. Смотрим. Так, украиночка, смотрите, как классно смотрится. Колоски вот выбрасывает. Ну, просто имба. Так, я, наверное, все так пройдусь, потому что так наглядно мне более проще рассказать. И 3D-графика просто имбическая, просто круто это все смотрится. Смотрите, просто топово. Можно вертеть, крутить и смотреть с разной стороны. А, ну да, ну да, ну да. Это было бы здорово, если я бы сейчас бы на подставку бы подставил, которая у меня кружится, вертится. Так, следующий у нас мишка, который вот так держит палочку, бросает и улыбается. Счастливый такой у нас мишка, бамбук. Так, мишка у нас был. Ну, давайте вот этого парнишку сверимся. Да, работает приложение, я уже оценил, Брайнштейн.
злостная молния, такое бросается, я бы сказал, чем-то похож на героя из фильма Marvel Thor, вот такой. И кого мы еще, может быть, не видели? Ну, давайте еще раз, ну, вот этого клоуна, так скажем, да, шариком, если не ошибаюсь, да, шарик надувает, взлетает, и вот такой у нас интересный клоун. Друзья, лайк, подписка, комментарий, спасибо еще раз компании Life Animations и NTI Loyalty за предоставленную продукцию. Друзья, будем друг друга поддерживать, украинских детей. Ну что, до новых встреч, дальше будет интересно. Лайк, подписка, комментарий. Пока-пока. Это был канал Мишани 2.0 и Папани Мишани. Пока.